Это видео предназначается тем, кто купил себе камкодер, чтобы потренироваться в видеосъемке, и достаточно большой гимбал, который предназначен для фотоаппаратов. Проблема в том, что эта камера очень легкая, и ее практически невозможно сбалансировать без дополнительного веса. Все время платформа перевешивает. Поэтому что я сделал? Взял дополнительный вес в виде вот этого захватика, нацепил на рамку и все теперь стабилизируется. Если убрать вес, видите, камера улетела, и отбалансировать ее ни в одном из углов будет практически невозможно уже. Вот поэтому купите такой захватик, накиньте на другой этот, на рог, и будет вам счастье. По поводу установки. Значит, вот эти вот, вот этот рог выдвигаем максимально вправо, камеру максимально влево, а нижний этот тильт поднимаем максимально вверх. После чего камеру можно отбалансировать. Ну и разумеется, в программе, идущая со стедикамом, нужно сделать настройку под текущий вес. Тогда все будет идеально работать.